Синус Хот – сила природи для вільного дихання носом. Жовтня ми вдруге це відео демонструємо нашим глядачам. Чому? Тому що це дуже важливо. Перед цим поставте, будь ласка, цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться і, звісно ж, поділіться нашим щоденним воєнним зведенням. Пане Романе, чому ми показуємо? Тому що вже є підтвердження від наших спецслужб, що це вчорашній удар по аеродрому Ліпецьк-2, який знаходиться в 340 кілометрах від кордону. Наскільки я знаю, це такий серйозний аеродром військової Російської Федерації, де немало військової техніки, авіації тримають росіяни. Наші спецслужби в основному під управлінням служби безпеки України, вона базова була, по крайній мірі, для виконання, по виконанню цієї задачі. Були підключені розвідгрупи служби внешньої розвідки, головного управління розвідки і сили спецоперації. То есть выполнили удар, подтвержденный уже в течение суток, он был подтвержден удар по этому аэродрому, действительно больше 300 километров. Беспилотники зашли, повредили аэродромно-техническое оборудование, повредили склад горюче-смазочных материалов и несколько бортов. Это борт, это аэродром, который россияне сейчас используют под тактическую авиацию. Су-34 и Су-35 как раз там расположены, вот эти те 300 километров, на которые за 300 километров, за которые они вывели аэродром, вывели свои самолеты, дожидаясь ударов скалпами из Стормшедоу. Но не дождались скалпов, ударили беспилотники. Пане Романе, також є хороше ранкове повідомлення від головного управління розвідки. Вони повідомили, що в Росії ліквідували воєнного злочинця, звати його Дмитрій Галіньков. Це така дуже жирна шишка російська. Чому? Він є пілот 52-го важкого бомбардувального авіапарку, авіаполку ВКС Росії, який базується на аеродромі Шайковка та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Оця от пика причетна до ударів по ТЦ «Амстор» у Кременчуці, де на момент атаки перебували тисячі людей. Також в 23-му році він причетний до удару по Дніпру, де загинуло 46 людей, серед них шестеро дітей. Это то, что мы с вами постоянно проговариваем, набирает обороты операция ликвидация наших спецслужб, которые будут работать по непосредственным участникам сначала, по крайней мере, геноцида украинского народа, а дальше перейдут ко всем участникам, террористам, которые были задействованы, к этим российским бешеным собакам, которые были задействованы в убийствах сотен тысяч украинцев. Никто своей смертью не помрет, это уж точно. Наши спецслужбы сейчас усиливаются, количество их уже определяется не тысячами, а десятками тысяч специалистов очень хороших, которые после нашей победы, естественно, будут зачищать дальше, дочищать землю от этого сброда. Вот примерно такими методами. Это чудо российская была непосредственным участником в ударах ракетами Х-22. Шайковка – это Ту-22М3, вы правильно сказали, это тяжелые бомбардировщики, которые могут, дальние причем, которые могут выполнять задачу запуска ракет Х-22. Х-22 – старая страшная советская ракета, до тонны боеприпаса, очень неточная, она в основном должна работать по кораблям, то есть там КВО под 300 метров. И именно этими ракетами в свое время были поражены очень много именно гражданских объектов. Погибли десятки людей, десятки, и причем смерть была такая, мягко скажем, в страшных делах. Поэтому, естественно, это естественный путь, которым закончат все причастные к геноциду Украины. Пане Романе, по Курському напрямку є дуже така героїчна історія. Про це, до речі, самі кажуть росіяни. Суть в тому, що ми прекрасно знаємо, що лівий фланг від Снагості до Любимівки росіяни атакують. От в цьому напрямку ми не раз вам проговорювали. І що цікаво, є відео, де морпіхи з Збройних України 36-ї бригади військово-морських сил потрапили в оточення в Любимівці, в будівлі, тому що вони підійшли в цьому напрямку евакуйовувати наших поранених. І так трапилось, що вони опинились в оточенні, відповідно викликали вогонь на себе
і було ліквідовано велику кількість росіян. Більше того, ці 9 наших героїв 36-ї бригади ВМС зуміли вибратися. Ну, це взагалі феноменально. Ну, і самі росіяни кажуть, що це заслуговує на окремий якийсь фільм, ледь не Голлівуд. Грамотное принятие решений, очень хорошее понимание действий, допустим, особенно боеприпасов. То есть ребята укрылись в здании или там то, что от него осталось, прекрасно понимая, если накроют кассетниками, то кассетник сам по себе, он работает в основном против живой силы и легкой брони, потому, допустим, в укрытии можно от него уйти, и по большому счету вы действительно вызвали огонь на себя и накрыли кассетными боеприпасами, накрыли площадь в районе, ну, примерно в районе несколько сотен метров вокруг зоны дислокации, а дальше вышли. Ну, красавцы, тут ничего не скажешь. Это как раз вот, что значит профессионалы, что значит профессиональная армия. То есть взаимодействие с командирами, взаимодействие со средствами старшего командира, зная, как они работают, естественно, выходят, выполняют задачу и остаются живыми, что самое главное. Пане Роман, ну продовжують росіяни намагатися тиснути на лівий фланг нашої угрупування в на Курській області, але є вже підтвердження геолокаційних даних, що натомість наші сили оборони зуміли просунутися на північ від Суджі. Оце, власне, ми бачимо, є населені пункти Черкаське Порічне і Руське Порічне. І заявлено самими аналітиками Інституту вивчення війни, що саме на цьому напрямку, до речі, в бік все ж таки тих Курчатов і Курської АЕС є просування наших сил. Мобільні групи, які у нас працюють під задачу просачування, в основному тактичне просачування, зараз використовується. Діло в тому, що росіяни вже за ці уже третий місяць бойов на Курщині, вони определились більш-менш з лінії оборони, намагаються її відстроїти. Звісно, є определені фортифікації там вплоть до мінних полей, тому малими групами просачуються, а далі заходять в тил російським військам і вже виходять уже серйозні частини на продвіження. Но помимо тем, что у нас есть такая возможность двигаться на восток, северо-восток, в это же самое время россияне усилили давление в районе Любимовки на Малую Лохню. Сейчас довольно-таки серьезная у нас проблема как раз есть. Малая Лохня, это на восток от Любимовки. Пытаются перерезать, да, вот именно туда идет российские некоторые передовые части, подходят уже практически к Малой Лохне. И возникает, естественно, проблема у наших частей, сейчас ее будут решать. Дело в том, что россияне тоже очень сильно рискуют. Почему? Там очень большие потери, сотни россиян минусуются в сутки на этом направлении. Большие потери, потому что они заползают практически в карман. А естественно, фланговые удары, мы постоянно о них говорим, особенно FPV, минами работают все средства поражения по этому направлению, все задействованы. Кроме ядерного оружия, которое мы еще не откопали. То есть, и, естественно, потери у россиян, конечно, сумасшедшие. Это одна из основных задач наших войск на этом направлении, это как раз уничтожение армии противника. Уже можно сказать на третий месяц выполнения этой операции, что выполнена одна из этих задач, то есть связанные до 50 тысяч российских войск, которые в сухой период не попали на Донбасс. Эти 50 тысяч, если бы они зашли в начале осени на Донбасс, они бы уже были под Павлоградом. То есть связали их, и здесь пытаемся дальше удерживать. То есть связывающие операции, они принесли свою пользу. Мы дотянули до осенне-зимнего периода. Сейчас уже начинаются дожди, уже грунт не дает возможности разворачивать такие наступательные широкомасштабные действия. И по большому счету, в принципе, можно уже выдохнуть, по крайней мере, по основным проблемам. Эти основные проблемы не в Курщине. Курщина их решала. Основные проблемы на востоке. На востоке, то есть на Донецком фронте. Пане Романе, також на Курському напрямку наші бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади продемонстрували, що вони стрілою 10 зуміли збити їхній БПЛА «Оріон».
Але я так ознайомився з цим Оріоном, це така фактично повноцінна авіація. 8 метрів довжина, розмах крил майже понад 16,5 метрів. І він може нести це, не лише розвідувати, але й нести якісь ракети. Это примерно российский Байрактар, причем раза в полтора больше. Действительно, это хороший улов наших пацанов, которые там выполняют эти задачи. Причем улов для россиян тоже это такая серьезная потеря. Их немного, эти беспилотники используются в качестве, в том числе и ударных. Они могут на точках подвески нести несколько сотен килограмм боеприпаса, естественно, для представлять для нас серйозну угрозу. Тобто, молодці, ребята, отработали. Пане Романе, стало відомо сьогодні вранці, що до Києва прибув вже офіційно відомим, з неоголошеним візитом, міністр оборони США, ну і очільник Пентагону Ллойд Остін. Він має зустрітися з першими особами нашої держави, я так розумію, Зеленським і Уміровим, ну і проговорити, напевно, якісь нагальні потреби. Отакий неофіційний візит, це швидше тривожність чи позитивні якісь нюанс? Ну, просто так, такого уровня руководители не приезжают, это ж понятно. Сейчас в мире наблюдается такое, пока еще броуновское движение, руководитель носит все друг другу, немцы в Турцию к Эрдогану, мы слышали про Шольца. Вчера у нас были представители тоже американского эстеблишмента, проводили определенные встречи. Сейчас президент Арабских Эмиратов в Москве, впереди визиты там все к Си Цзиньпиню, то есть движение началось, это броуновское, решают как встретить Новый год, насколько я это понимаю, в какой конфигурации, причем Украина одна из основных проблем для мировых элит. И Украина, естественно, Ближний Восток, и впереди еще Южная Корея и Тайвань. То есть под большим вопросом там спокойствие. Потому, скорее всего, это все связано именно с этим. Что принесет такие визиты нам, это будет в ближайшее время видно на поле боя и вообще в политических баталиях впереди. Не очень для нас хорошие показатели, вернее, такие посылы о том, что без нас решают кое-какие вопросы. Это уже понятно, что без нас. Не пригласили наших руководителей на встречу четырех Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и немцы встречались, нас не пригласили. После этого начались контакты с тем же Эрдоганом, ну, это мы все это видели, то есть я говорю об этом броуновском движении, то есть что-то происходит за нашими, без нашего участия, а нам оба вот такие приезды не были уведомлениями в том, что где-то кто-то что-то решил, это очень важно, потому что рассказывают то, что без нас никто ничего решать не будет, но, по-моему, решают. Ну, посмотрим, в ближайший месяц это будет понятно, то есть к чему пришли руководители государств мировых и куда они будут подвигать украинское политическое руководство, Украину в том числе. Пане Романе, от розвідка Південної Кореї знову ж таки підтверджує факт перебування як мінімум офіцерів і інженерів Північної Кореї в Україні. Вони продемонстрували фотографії, на яких північнокорейський інженер-ракетник перебуває в Донецькій області на пусковому майданчику північнокорейської версії ракети «Іскандер». Ми знаємо, це КН-23. От, власне, на рік до того десь він був разом з Кім Чен Ином на заводі при інспекції цього підприємства. Це от до того я веду, що от в НАТО і в США наразі кажуть, що не бачать ніяких військ Північної Кореї в Україні. Більше того, якщо вже згадувати про озброєння і Північну Корею, наш міністр закордонних справ Сі Біга сказав, що північнокорейська ракета КН-23-24, в ній знайдено, яка збита в Україні, знайдено елементи і деталі, які виробляються на Заході і західними підприємствами. Без них ни одна ракета точно не пойдет. Да? Практически сейчас вообще ни одна ракета даже не выйдет с пусковой шахты или пусковой установки. Потому мир участвует в производстве ракет, в том числе авиационной техники и Северной Кореи, и Ирана, и Китая. То есть здесь никуда уже от этого не денешься.
Это надо принимать как данность. Могут они, конечно, могут. Могут прекратить полностью поставки, если подойдут по-серьезному к этому вопросу. Ну, не хотят, скорее всего. Если бы хотели, уже давным-давно это все перекрыто. Перекрыли бы, если мы в шахедах находим элементы связи старлинковской Илона Маска, который может элементарно отключить эту связь, но этого не делает, значит, они этого либо не хотят, либо как раз хотят помогать той же России, той же Северной Корее. А по поводу северокорейских военнослужащих, ну, наши партизаны их срисовали еще с прошлого года, особенно когда пошли первые поставки северокорейских боеприпасов. Сразу пошли рекламации, там буквально отправляли обратно целыми партиями эти снаряды северокорейские. И тогда же и появились северокорейские военнослужащие, как раз которые сопровождали партии, принимали эти рекламации, то есть на месте решали эти вопросы. На Донбассе наши донецкие партизаны, которые внедрены сейчас в вооруженные силы Российской Федерации, они уже неоднократно это докладывали с прошлого года, и потому не видят натовские руководители. Они хотят видеть северокорейцев. Еще раз повторюсь, они уже там давно. Они увидят только тогда, когда линейные части развернутся, допустим, на каком-то из направлений северокорейские, и мы их выкосим, где-то пару рот, допустим, сразу положат, два хаймерса положат пару рот на этих северокорейцев, вот тогда они это увидят. Ну, как КПД от этого. Сейчас надо принимать решение. Раз Россия из-за того, что не может поставить в строй достаточное количество военнослужащих, привлекает северокорейских, или там впереди еще у нас, я так понимаю, иранские, китайские, потому что под видом северокорейцев там китайцы могут легко выполнять боевые задачи. Вы попробуйте отличить друг от друга. Тем более белая раса желтую расу не отличает в этом смысле. И обратно, кстати, тоже самое. Большие проблемы с привязкой. Поэтому не хотят видеть. Раз не хотят видеть, значит, есть какая-то в этом причина. То есть, скорее всего, не хотят участвовать. Потому что сразу же снимется вопрос, раз северокорейские солдаты на украинской земле находятся, почему не могут страны НАТО развернуть некоторые миссии, о которых очень давно уже, кстати, говорят. Некоторые страны готовы. Мы слышали и Францию, и страны Балтии о том, что могут развернуть свои миссии на нашей территории, даже в тыловых частях. Скорее всего, из-за этого и не видят, в кавычках, конечно. Друзі, продовжуємо збір. Попереднього разу ви дуже партину закрили екостанції на східний напрямок. Тепер давайте позбираємо навпівдрон для наших героїв. Напрямок теж східний, це і Курахівський, і Вугледарський. Ви знаєте, наскільки там важко, там і працює техніка ворога активно. 130 тисяч гривень закупимо і передамо нашим оборонцям FPV-дрони. Хто скільки зможе, як завжди, давайте оперативно закриємо потреби наших героїв. Ну, до речі, пане Романе, ви згадали, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіріс каже, що потрібно обговорювати питання введення військ певних європейських країн на допомогу Україні. Про дискусії навколо цього питання, що точаться в певних європейських спільнотах, я колись писав. Зараз вони лунають з вуст посадових осіб. Він каже, що на початку року, те, що також ви згадуєте, Макрон натякнув на те, щоб поставити чоботи на землю його війська. Наприкінці року Північна Корея дійсно це зробила. Ми все ще залишаємось на задньому плані, каже він, реагуючи на ескалацію замість того, щоб повернути її назад. Тепер варто переглянути ідеї Макрона. Краще пізно, ніж ніколи. Ну, власне, вас процитував, скажімо, цей міністр оборони справ Литви. Пане Романе, якщо говорити по півдню нашої країни, я пригадую, ми з вами говорили про те, що намагається щось форсувати катерами росіяни в районі Кінбурзької коси. І от з'явилося відео, як наші сили оборони України відпрацювали касетниками саме по Кінбурзькій косі. Наскільки я знаю, на Кінбурзькій косі росіяни тримають невелику кількість артилерії. Ну, Кінбурзька коса росіянами сейчас используется в режиме таком оборонительном. Они последнее время вывели туда достаточное количество войск, но только для обороны. А артиллерия, само собой, контролирует арта заходы в порт, то есть Кинбургская коса, там южнее Очакова, там в районе Николаева, и они могут, в принципе, дальними средствами поражения с Кинбургской косы контролировать некоторые передвижения
судов. То есть, ну, это артиллерия, а так реально россияне пытаются Кимбургскую косу сейчас накачать в основном оборонительными механизмами. У них, в принципе, есть понимание развития ситуации по линии фронта. И, естественно, по логике войны, если мы начали операции на одном участке фронта, то есть на северном, то мы, в принципе, когда-то должны начать и на южном. Почему? Потому что основная из задач при выполнении, допустим, решения проблем по Восточному фронту – это растянуть российские войска по фронту, растянуть фронт. Потому они просто ждут, когда мы начнем операции по левому берегу Днепра. И усиливают сейчас. Почему взорвали мост? Вот мы вчера проговаривали в районе Олешек. Из-за этого же взорвали мост, для того, чтобы не дать возможности нашим войскам быстро форсировать Днепр в районе Олешек и перейти по двум мостам. И, естественно, с этой же целью разворачивают оборонительные механизмы и мероприятия фортификации на Кимбургской косе. Но до нее легко достать нам. Там действительно работают сейчас кассетники, то есть и ракеты «Хаймерс» и М-30 сейчас, исходя из тех данных, там мы постоянно показываем чуть ли не каждый день их работу. Скорее всего, зашла довольно-таки немаленькая партия ракет М-30, это кассетные боеприпасы. Мы про них с вами, ну, года два, наверное, разговаривали. То есть кассетные боеприпасы, американские, натовские военнослужащие, они их положили такой в дальний угол, у них они вроде как запрещены. Ну, то есть есть эти моменты, там связанные с 2-3% не разворвавшихся. Мы можем их использовать по россиянам, нам в этом смысле проблем абсолютно никаких нет. Еще есть хорошая ракета М-26, вот они ее используют, сейчас разбирают. Кассетная тоже, кассетная ракета, только малой дальности, там 35-40 километров. А вот ее еще надо получить, и их действительно в большом количестве есть. Она лежит на немецких складах, американских, вернее, на Германии. В Европе там тысячи этих ракет есть, надо дожать, в конце концов, обамовскую администрацию, это байденовскую, для того, чтобы нам разрешили ее использовать. Тогда решится вопрос с пехотой и с недостатком мин по линии боевого соприкосновения. То есть оптимальный вариант как раз работать кассетными боеприпасами по россиянам, особенно теми, которые и так они будут утилизированы. Вот используют ракету М-26 в качестве разгонного блока, вернее, разгонный блок от этой ракеты, используют для в ракете GLSDB. Берут этот разгонный блок, насаживают планирующую авиабомбу GBU-39, получается GLSDB. То есть такого рода боеприпасов у американцев много, и они есть в Европе. Вот Ллойд Остин приехал, его надо прессовать как раз по принятию решений. В конце концов, под конец каденции Байдена могли бы принять решение по ситуации, исходя из наших потребностей. Пане Романе, на Лиманському напрямку, знову ж таки, росіяни, ми знаємо, на Куп'янському і Куп'янсько-Лиманський напрямок, вони тепер активно там застосовують колони техніки, я так розумію, це для них новий напрямок для тиску на наші позиції. Так от, 63-я бригада разом з суміжниками показала, як вони ліквідували 6 одиниць ворожої техніки. Цієї ночі ворог намагався піти в лобову атаку на позиції бригади, задіявши 2 танки і 4 БМП з десантом. Все ліквідовано і мінуснули кілька десятків ворожої живої сили. Россияне используют сейчас тактику на данный момент, ну, в принципе, несколько месяцев как минимум. То есть они пытаются двигаться по всей линии фронта сразу одновременно, а потом сосредотачиваются на тех местах, где наша оборона либо посыпалась, либо имеет какие-то изъяны. И тогда весь этот российский резерв бросается в этот прорыв, ну, по крайней мере, для расширения прорыва, найдя определенную точку входа. Так вот, так сложилось из-за некоторых неправильно принятых решений по Лиманскому направлению. Россияне нашли эту точку входа южнее Купянска, Купянска-Узлового, да, вот, и пытаются продавить, сейчас практически подошли уже к переправе в районе Оскола. Там переправа как раз вот их две. Вот одна в этой точке, да,
а вторая чуть южнее в районе Боровой. Так вот, они подходят сейчас к переправе, как раз проблема была именно там в неграмотном, неправильном принятии решения на удержание. Россиян, они, и этот разрыв они сейчас расширяют. Естественно, для них это тоже большая проблема. Фланговые удары могут отсечь эту колонну, которая сейчас практически подошла к Осколу. Они расширить ее пока, по крайней мере, на данный момент не могут. Это вклинение. Потому достаточное количество сил, средств на это направление решит нам эту проблему. Она, ну, на данный момент она есть. Вот те же кассетные боеприпасы в достаточном количестве, те же ракеты М-26, если бы сейчас там были, с десятком хаймерсов, уже бы этой колонны просто не было, там 1.5-2 километра по ширине. Этого вообще никто никогда не делает. То есть они, ну, они, россияне, идут на такие риски, они могут списать там 1.5-2 тысячи российских террористов, еще наберут это 2 дня набора через рекрутинг у них. Потому сильно они на это не обращают внимания. Отсечь надо, восстановить. Почему? Потому что если они выйдут на Оскол, то наша группировка в районе Купинска, Купинска-Узлового, ну, окажется в таком тяжелом положении, не катастрофическом, там никакого, естественно, котла не будет. Оскол сейчас, Оскольское водохранилище сброшено, зеркало воды узкое, потому не проблема абсолютно. Но, тем не менее, это попытка выхода на левый берег самой реки Оскол, и если они разовьют это давление, то нам придется уйти из Купинска, с левого берега Оскола, там часть Купинска на левом берегу, часть на правом, уйти из Купинска левобережного и самое страшное уйти с Купинска узлового. То есть это та как раз то место, та локация, которая россиянам важна на этом направлении. С Валуек прямая железная дорога на Купинск узловой, оттуда расходятся железка, расходятся в несколько областей. Пане Романе, і міністр закордонних справ, вірніше, міністр оборони Франції Ле Корню сказав, що запрошення України до НАТО залежатиме від майбутньої адміністрації Сполучених Штатів Америки, адміністрації президента. І також по факту він сказав, що вдалося завдяки активам, замороженим активам і відсоткам від цих активів Російської Федерації надати Україні додаткову допомогу. І мова йде про 12 САУ, самохідних артилерійських установок «Цезар», там снаряди, ракети «Астер», кориговані бомби AASM «Хаммер», ці от, і ракети «Містраль». Загальна сума 300 мільйонів. Это проценты от замороженных российских активов. Это не сами замороженные активы, проценты, так сказать. Они лежат в банках, в виде ценных бумаг, и, естественно, дают определенный доход. И вот эти проценты французы берут себе в счет оплаты за те же «Цезари». Очень хорошая пушка САУ, работает неплохо, она уже давно нам помогает. И они еще, французы, поделились с нами автоматом заряжания из-под «Цезаря». Сейчас он работает на нашей «Богдане», по крайней мере, на одной из версий. «Богдана» — это примерно тот же «Цезарь», если смотреть по ТТД. То есть у нас есть свое производство, но «Цезарь» очень хорошо себя показали, по большому счету быстро ремонтируется, восстанавливаются, выполняют дальше свои задачи. Плюс в этом пакете достаточное количество ракет. Ракет для систем противовоздушной обороны, те же «Астры», «Астер-ракета», «Астер-30» так называемая, это для СМТ, это для зенитно-ракетного комплекса противобаллистического, которым мы используемся. У нас уже 2 таких комплекса, это минимум есть, потому что в информационном поле, может и больше, но в информационном поле было указание только о 2 комплексах. Используются, естественно, эти «Астер-30». Плюс «Мистрали». «Мистрали» очень хорошая ракета, это для ПЗРК малой дальности. Инфракрасная головка самонаведения используется в качестве переносного зенитно-ракетного комплекса. И эти же «Мистрали» могут использоваться с самолетов и вертолетов, то есть и с наземных установок передвижных, любого уровня. Они могут как блоки становиться и по большому счету выполнять свою задачу, они, естественно, ее и выполняют. Потому такой серьезный пакет от французов. Ну и видение по поводу НАТО, конечно, большое спасибо министру обороны. Так, в принципе, большая часть стран НАТО, кроме некоторых только
причем разнополярных, можно так сказать. Есть на 100% пророссийское видение, допустим, того же Орбана и Фицо, о том, чтобы Украину в НАТО не брать, потому что так хочет Путин. И есть немецко-американское видение, почему Украину на данный момент даже пригласить в НАТО нельзя. Там другие, скорее всего, договорные отношения с той же Москвой, причем по разным позициям, по разным регионам. Ну вот основная масса стран, основная масса особенно военных, тех же министров обороны, прекрасно понимают, что Украина в НАТО – это значит плюсом 1000-1500 километров на восток граница отодвигается от их стран. Граница имеется в виду, и даже поле боя, то есть линия боевого соприкосновения с Россией. С точки зрения военной для Европы это очень выгодно. Именно такое видение позиций, потому, я думаю, именно оно и возобладает уже после того, как переизберется этот президент. Ну а по поводу того, что это будет только после выборов, мы с вами не один месяц уже об этом говорим, это уже видно из логики действий президента Америки данного. Пане Романе, ну і внутрішній ворог, при якому і зовнішнього не треба, так сказав Володимир Зеленський, про медико-соціальні експертні комісії. Він доручив, я так розумію, міністру внутрішніх справ розслідувати ці чергові кричущі факти, тому що, нагадаю, на Хмельниччині так була затримана представниця МСЕК, яка там назбирала, ну всі бачили ці фотографії, меми, дуже велика кількість коштів, мільйони доларів. І от стало відомо, що прокурори на Хмельниччині, 49 осіб, оформили собі інвалідність. Да, це наша системна ошибка, яку в своє время внесли нам, скоріше всього, все-таки з Москви. Системна ошибка управління государством. В чем она проявляется? Ну, у нас должна быть израильская модель власти, то есть исполнительной власти, законодательной, ну, естественно, политической и судебной. В каком виде? Вся власть в Украине должна пройти через вооруженные силы Украины. Если бы прокуроров принимали только после службы, ну, из прокуратуру принимали только бы после службы в армии, ну, не было бы этих проблем, и не только прокуроров, это всех касается, всех ветвей власти в Украине. Мы будем воевать с Россией, пока она полностью не развалится, и тут деваться некуда, это может на года растянуться, эта война. И для нас этот израильский вариант лучше всего, то есть он себя показал. С хорошей стороны, устойчивая модель управления, удержание агрессии, причем превосходящего противника иногда по разным позициям, начиная от людского ресурса, заканчивая экономическим. И вот эта модель, когда во власть попадают только после службы в армии, мы же уже поговорили, Нетаньяху, капитан Цахала. И там, если посмотреть, там и вся, практически вся политическая элита, естественно, вся исполнительная власть – это бывшие, а сейчас на данный момент и сотрудники Цахала. То есть эта инфильтрация из армии в исполнительные власти не даст тогда никаких вопросов, и вообще не возникнет никаких вопросов по поводу той же инвалидности. Если прокурор-инвалид после службы в армии, после того, что он получил ранение на поле боя, кто ж к нему какой-то вопрос задаст, если прокурор без ноги или без руки выполняет задачу в прокуратуре, инвалид, тут вопросов нет. А когда инвалиды, десятки прокуроров, которые и пороха не нюхали, не тогда, когда, естественно, возникают эти вопросы, а тем более еще и под бронью какой-то. То есть этот вопрос надо решать не таким артистическим путем, сейчас достанем шашку и порубим всех и вся. Да нет, это уже все в Украине понимают, что это очередная какая-то пьеска для снятия видосика, запилить видосик какой-то, закинуть. Нет, здесь надо заниматься именно глубинными этими системными ошибками во власти, которые заложены, а и просто ставить вопрос о принятии закона о том, чтобы во власть могли попадать только служащие вооруженных сил Украины, то есть военнослужащие после службы в вооруженных силах Украины. И тогда не будет у нас вопросов ни к полиции, ни к нацгвардии, ни к прокурорам, ни к судьям, вообще никому, ни к политикам в том числе.
если в любой момент эти люди из власти станут защищать государство. Там можно легко этот вопрос решить. Там первая, вторая очередь. Все госслужащие первой очереди, половина тут же становится в строй вооруженные силы, если начинается какая-то агрессия. Вторая половина, вторая очередь, опять же в строй. То есть каждый знает свое место в вооруженных силах Украины. Вот такая инфильтрация должна быть. Ну, потому сейчас, пока мы говорим об очередном пилении видосика, не более того. То есть это будет какая-то показуха, поговорят, потрясут воздух и больше ничего. То не примет же основное решение, которое надо, не примут. Увольте всех, кто в госслужбе, возьмите одномоментно, увольте всех, кто в госслужбе и не служил в армии. И дальше набирайте в госслужбу только служащих в армии. Вот и все. И решится все эти вопросы сразу с беременными прокурорами, или, вернее, с прокурорами инвалидов. Пане Романе, дуже дякую вам за це зведення. Нашим глядачам, нагадаю, 21 жовтня, понеділок, традиційно з вас лайк, підписка, комент і поділитися нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, з вами побачимось в ефірі 24 каналу.